Меня зовут Пискарев Алексей. Я приехал на молодежный конгресс «Сила одного». Ехал 25 часов с приключениями, с огромнейшими просто. Мы проехали 3 таможни, на третьей только нас запустили. Это было, есть что вспомнить дорогу, я надеюсь, будет что вспомнить целую неделю тут нахождения. Вот, сейчас надо мне пройти зарегистрироваться, и хочется, очень хочется победы. Вот, собственно, то, чего стоило 25 часов в дороге, в автобусе, с трудом и потом. Вот это мероприятие замечательное. Сейчас надо зарегистрироваться, как видите, 25 часов ходу, плюс час очереди. Пойдем. Кто тут в крайней очереди? Кто в крайней очереди? Ну, нет? Вы регистрируете? Нет, вот люди даже не хотят регистрироваться, понимаете, да? То есть, ну, мы пройдем дальше. Давайте трое человек, девчоночки, проходите. Вот и святая святых, где приемная комиссия. Повезет ли мне здесь? Найдут ли мою фамилию? Узнаем. Вот и настал этот решающий момент. Сердце не бьется, просто в ожидании, есть ли там моя фамилия или нет. И в ожидании получить волшебный бейджик и волшебную карточку с едой на неделю. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая ваша фамилия? Пискарев Алексей. Ага. Вы какую конференцию? Приокская. Ага, все, есть сейчас. Есть. Мы вам дадим. Чудо. Свершилось чудо, вы видели? Есть. Сейчас дадут футболку, как на прошлом конгрессе. МК футболка твоя. О. Сейчас можно ее показать, да? Давайте посмотрим, просто смотрите. Еще там. Вот, волшебная вещь, не теряйте, ребята, сухой поёс. Напишу, где ты будешь жить. Вот, 14-й админ, 31-я и 13. Остались считанные шаги. Собственно, хочется передохнуть и показать, где мне придется жить в этом здании, замечательнейшем здании, всю неделю, но в цокольном этаже. Ну, давайте пройдем и посмотрим, что меня там ждет, какие соседи. А где 37-я? Хорошо, надеюсь, тут душ есть, я западался. Так, ну где эти трехзвездочные апартаменты, вообще без номера? Так, 305-я. А это что? А это туалет, причем недоделанный. Доделанный, отвечаю, люди есть, работают. Так, а это что? Так, ну-ка, может быть. Аллилуйя, 307-я. Фу, о, все, я нашел комнату. Сейчас бы еще найти кровать. Тут еще прикол такой, вообще никогда не видел, чтобы кровати были с номерами. Что это такое? Еще 25-я. Пересчитай все эти кровати, это ж не бараны. Так, вот люди. Ого! Тут люди живут. Вы никогда не были в Китае, проходите сюда. Тут на один квадратный метр, не знаю, по 5 человек. Сейчас передохну, одену эту замечательную белую футболку и на обед. Так, ну что? Что надо сделать? Чтобы обед съесть, вначале его надо оторвать. Гениально, спасибо. Не сюрприз, что ли? Неожиданный, да? Хорошо, ладно. Ой. Можно мне, да? Да, пожалуйста. Спасибо. Ого! Девушка, идите сюда.
Давайте глянем, что там. Так. Вот это источник жизни. Дальше что? Булочка. Булочка столичная, наверное, пиво. Дедушка, вот отцы и дети, сок, пожалуйста. Вот, и, конечно, любимые вафли. Пойдем дальше. Так, ого. Там лишончик и яблочко. Вот, для тех, кто не знает, это гречик, лишончик. Ого. Так, хлебушек, бага, спасибо. А, то, что едят космонавты, только стаканчики, а не в чем. Ой-ой, что это?